В Рыбнице дали старт военно-спортивной игре «Юный патриот Приднестровья». Сегодня сразились 6 школ и сел района. В программе «Строевой шаг», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, исторические конкурсы и не только. Подробности далее. Юный патриот Приднестровья. Все начинается на мемориале славы Рыбницы. Игру посвятили победе в Великой Отечественной. Школьники возложили цветы. Дальше строевая подготовка. Здесь оценивали умение синхронно двигаться плечом к плечу, а еще быстро и четко выполнять команды. Отряд, равняйсь. Смирно. Это отряд школы-интерната села Попенки. Здесь учатся сироты и дети, которые остались без опеки родителей. Говорят, тренировались как одна семья. Маршируем мы все отлично, еще с первого класса. Все поголовно отлично, как в армию. Это очень сплотило нашу команду, мы как-то вот более дружнее так стали. Готовились мы около месяца к этому. Надеюсь, придем с победой, возьмем первое место. Отряды проверили меткость, соревновались в стрельбе. Дальше метание гранат, баллы за каждый бросок приближают команду к победе. Интересна стрельба. И думаю, сложно будет с метанием, потому что надо иметь четкость и силу в руках, потому что надо попадать будет, а как бы эти гранаты, они довольно тяжелые. Исторический конкурс. Отдельно задание для капитанов. Все вопросы по освобождению Рыбницы от немецко-фашистских захватчиков. Изучали историю освобождения нашего города и Рыбницкого района. Командиры дивизии, которые освобождали наш город и наши села, герои Советского Союза, участвующие в таких операциях, которые освобождали наше село и наш район. Завтра соревноваться будут 8 городских команд. Победители представят Рыбницу на республиканском туре. Он пройдет с 17 по 19 мая в Днестровских Зорях.